Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 мая 2019 года. Мы находимся у памятника Дмитрию Семеновичу Камелинину, герою Советского Союза, который здесь в 1943 году, именно вот в этот день, пал смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками. Сегодня здесь состоится торжественное мероприятие, посвящено этому подвигу. Здесь присутствуют казаки, представители администрации, жители села Варваровка и ветеран, участник Великой Отечественной войны Лубенцов Александр Григорьевич, который участвовал, так скажем, в десанте Калинина еще в Керчи в 1942 году. Вот я сейчас его покажу вам. Он сегодня в центре внимания. Здесь представители, ну, как я сказал, уже администрации. Причем здесь не просто памятник, здесь могила Калинина, героя Советского Союза. Именно на этом месте похоронили его. В красивом месте находится памятник. Так, становись! Знамя Победы развивается. Настоятель Свято-Варваринского храма села Варваровка, протоиерей Алексей, сейчас проведет панихиду. И мы, девочки, к ним пришли.